В домах микрорайона Чкаловский сегодня снова появится горячая вода. Летняя профилактика на котельной подошла к концу, а это значит, что пришло время отчитываться за результаты, проделанные во время двухнедельного перерыва работы. Проверить, как прошел запуск котельной, приехал исполняющий обязанности заместителя администрации муниципалитета Аркадий Собенников. Также важно понять, готово ли оборудование к предстоящим холодам. Именно от его работы зависит, получит ли 112 домов микрорайона долгожданное тепло. Реконструкция пункта продолжается с 2015 года, и объем работ, проведенных на объекте, весьма внушительный. Заменены сетевые насосы на импортные с частотным регулированием, заменены подпиточные насосы тоже с частотным регулированием, установлены подогреватели первой и второй ступени, пластинчатые, современные. На котельной проведены большие работы. Например, здесь появилась вот такая новая автоматизированная система химводоподготовки. Она нужна для того, чтобы вода в котлах не закипала. Благодаря новому оборудованию удастся уменьшить количество потребляемой соли в два раза. А это значит, что процесс нагрева воды станет более экономичным. Комиссия провела ревизию насосов, котлов и запорной арматуры. Также было проверено электрооборудование и измерительные приборы. Итог положительный. Котельная готова в зимний период. На данный момент идет нагрев на горячее водоснабжение. До 16:00 жители начнут получать горячее водоснабжение в полном объеме. Мария Смирнова, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.